Здравствуйте, уважаемые телезрители, это программа «Помощь экстрасенса», где мы отвечаем на ваши многие вопросы, приглашаем в студию. И наш постоянный эксперт по эзотерике Алексей Шавыркин тоже сегодня у нас в гостях. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, также, как я уже говорил, поступает очень много вопросов от людей, от наших простых жителей города, от телезрителей по вопросам принятия участия. И сегодня я также пригласил их, и мы должны с вами с ними поработать, но уже, наверное, на другой локации. Да, хорошо, давайте поработаем. Сегодня я проведу магический эксперимент на месте силы в лесу на перекрестке. Это место обладает огромнейшей энергетикой, способно менять события и проблему людей, которые к нам сегодня обратились. Сегодня мы обратились на передачу к вам в связи с тем, что у нас свой бизнес с партнером. Вот. Ну и в последнее время у нас очень стало критично все. Большой спад произошел. Да. То есть мы большие потери понесли. И Алексей нас пригласил на эксперимент. Вот мы согласились, приехали. Я хочу сказать, что его взгляд, его эти свечи, вся его атрибутика, она меня ввела просто в такой и в страх, и в интерес того, что будет дальше. И я хочу сказать, что такого взгляда, пронизывающего, он меня до сих он меня просто пронзил. И этот антураж захватывающий, свечи, Алексей, ночь, лес, это захватывающе. Сейчас громко и отчетливо повторяйте за мной. Я выжигаю все испорченное. Я выжигаю все испорченное. Я обращаюсь к духам перекрестка. Я обращаюсь к духам перекрестка. Помогите начать то, что закончено. Помогите начать то, что закончено. Я обращаюсь к вам здесь и сейчас. Я обращаюсь к вам здесь и сейчас. И мысленно подумайте и представьте то, что вам нужно. Сделайте глубокий вдох. И оба выдыхайте со всей силы на свечу, чтобы ее затушить. Когда я произносила эти слова, которые нам сказал Алексей, я уже начала понимать, что что-то во мне меняется, и что-то начинает у меня изнутри выходит что-то, да? Плюс шум, ветер начался, шум, снег маленечко пошел, да? Я думаю, что не знаю, как там дальше получится, конечно, но во время этих слов я уже начала понимать, я уже начала в это верить. Сейчас после ритуала я просмотрел участников нашего эксперимента на наличие негатива. И судя по их энергетике, ситуация должна измениться в лучшую сторону. Поэтому будем надеяться, что ритуал помог, и у ребят скоро все будет очень даже хорошо. Не знаю, получится ли у нас с бизнесом, но будем надеяться на лучшее. Я в восторге от эксперимента. Меня до сих пор будоражит все происходящее, атмосфера. И, действительно, я в восторге от вашей передачи. Спасибо вам огромное. Я счастлив.
сегодня у вас побывали наши телезрители на определенных ритуалах. Что вы можете сказать? Вообще, конечно, тема очень интересная. Мы провели определенные ритуалы, произвели определенные манипуляции, и, надеюсь, все будет хорошо. Спасибо, Алексей. Уважаемые телезрители, это была программа «Помощь экстрасенса» вместе с нашим постоянным экспертом по эзотерике Алексеем Шавыркиным. Всего доброго. Генеральный партнер программы «Помощь экстрасенса» – ясновидящий, экстрасенс, маг Алексей Шавыркин. Телефон в Самаре 990-99-90. Генеральный партнер программы «Помощь экстрасенса» – ясновидящий, экстрасенс, маг Алексей Шавыркин. Телефон в Самаре 990-99-90.